Девочки, всем привет! Как вам такое? Как вам такая красота? Все я вам показываю эту красоту. Сегодня день пасмурный, прохладный, но у нас есть кусочек лета. Красота! И вообще у нас лето круглый год с вами, потому что мы когда цветем, смотрите, у нас новые бутончики на бабулетке. Красота, девочки, так и непонятно, что здесь такое, в общем, непонятно. Готовимся к цветению. Так, смотрите, уже уехала у меня эта нижняя полочка, скоро остальные поедут. И у меня посылочка. Девочки, вы меня балуете. Прям, я не знаю, незаслуженно балуете. Сейчас я распаковку сделаю. Это мне Надюша выслала. Подарок. Ой, девочки, моя тренога. Сейчас я включу свет. Я побежала на почту, потому что было куча дел. Надо было Костику купить в школу всяких кофточек на прохладное время года. Ну, уже прохладно, но из всего повырастал. В общем, я побежала в этот LC Waikiki. Купила ему теплые уже с начесом джинсы на флисе. Купила ему там с длинным рукавом всяких поло. И потом бегом побежала на почту. Думаю, везде надо успеть. Везде надо успеть. Так, сейчас, девочки, открываю. Как ваши дела? Как ваше настроение? Сейчас у нас с вами будет хорошее, прекрасное настроение. Мы открываем с вами подарунок. Так, девчонки. Вечно я стараюсь аккуратно, а получается как всегда. Так, я уже вижу, что мне там Надежда собрала. Так, это я что буду суп варить, картошечку тушить, Надя? Блин, как неудобно. Ну вот я ж, конечно, родилась в Беларуси, и меня с детства кормили грибами, и белые грибы, мама рассказывает, росли прям под окнами. Вот выходишь из парадной, а у тебя белый гриб прямо на детской площадке вырос. И я... Ой. Ай, как вкусно пахнут. Ой, обалдеть. Ай, вот мои грибы не любят, а я обожаю. Спасибо огромное, Надя. Блин, это вообще... Это вкусный скарб. Так, ну, конечно же... Карпатский мох. Я ложу в холодильничек на полочку и потом очень экономно использую с удовольствием этот прекрасный мох. Я обожаю. Слушайте, ну вот прям запахло лесом. Прям запахло. Надюша, большое спасибо. Мне прям, блин, мне так неудобно и радостно, и одновременно неудобно. Так, ну это вот Надя сама своими ручками собирала грибы. Я просто в шоке. У нас когда-то тоже были походы за грибами, но у нас, знаете, что росло? У нас росли эти шампиньоны. И папа, помню, целые ведра приносил шампиньонов, и мы с мамой в ванной их мыли вот так, знаете. Я как вспомню, боже, кора, боже, Надя, спасибо за кору. У меня как раз таки закончилась кора, и я прям загрустила, потому что посадки с этой обалденной корой — это что-то. Так, ну а как же без этих красавиц на горшочке, божьих коровочек? Слушайте, ну прям, Надя, боже, так, а это что? Это кашпо
Слушайте, я ж сама там... О, класс! Надюша, це ж просто супер! Вот, девчонки, у кого ручки золотые, кто умеет вот эту красоту вязать, я прям вам аплодирую, стою. Надя, это вы сами, класс! Слушайте, все, я уже знаю, что я одну из своих красавиц Хой, а возможно и Орхидею, привешу в это прекрасное кашпо. Слушайте, прям надо разобраться, научиться, но это надо уметь вязать. Эх, я жалею, девочки, что в детстве я не пошла на макраме. Эх, жалею. Помните, у нас были такие вот всякие курсы макраме, это было так модно. Чего я не пошла? Вот сейчас бы мне это очень-очень пригодилось. Вот даже вот этот узел сделать. Для меня даже непонятно, как это сделать. Блин. Слушайте, ну это тут одни сокровища. Это просто одни сокровища. Надюш, большое спасибо. Слушайте, ну вот, блин, я даже не знаю, как реагировать. Надя мне писала, что Аня, я вам забыла в прошлую посылку положить свою... орхидею, которую я хочу с вами ей поделиться. Это говорит, поделиться, господи, это ж не то, что я неправильно сказала. Это детка, выращенная Нади дома. Надюша ее утеплила, у них там уже прохладно, уже в дороге. Ой, лялечка. Надя не знает, как звать ее. Но... Ой, боже, кстати, она в каком... Прямо в таком вот платьице. В таком вот утеплителе. Класс. Надюша, я думаю, что она нормально доехала. Она в стекле. Она в стекле. В чем-то таком. Надя говорит, я не знаю, что это за сорт, но что-то связанное, говорит, с гигантеей. Все, листики все целые. Все нормально. Все хорошо, Надюш. Я знаю, я тоже всегда за растения переживаю, если у меня пересылка происходит, очень переживаю. Так. Так. Ух ты, прям со стаканчиком. Видите, какие растущие корешки. Красопета, красопета. Ух ты, красопета. Смотрите, как она здоровски в стекле в этой посадочке растет. Надя, спасибо большое. Надя говорит, может, она когда у вас зацветет? Может, у вас, говорит, она зацветет? Потому что мамка ее так и не зацвела. Интересно, что ж это за орхидея? Говорит, хоть полюбуемся, посмотрим. А действительно, знаете, вот орхидеям очень часто хочется стресса для того, чтобы они наконец-то показали себя. Вот честно. И вот даже, знаете, вот на каком-то из видео у кого-то из блогеров я смотрела, так смеялась. Две подружки, у одной хорошо цветут орхидеи, у другой нет. И вот та, которая имеет проблемы с цветением, говорит, хоть бери и относи в другое жилище, чтобы они там немножечко по-другому почувствовали себя. Не в плане хуже, а в плане, может быть, им там как-то, ну не знаю, может как-то влажность, может освещение. И они начинают цвести, понимаете, такое тоже бывает. Ну спасибо, Надюш. Вот такая вот ляля маленькая на 4 листика, но она, видно, что... Такой у нее листик уже достаточно крупный. Очень нравятся мне ее корешки. Очень нравится. Красопета. Надя, ну вы прям меня сегодня так порадовали. Я прям в шоке. Я еще думаю, вы орхидейку отправили. Думаю, что такая большая коробка? Ну, Надя не может, чтобы гостинцев не положить. Ох, вот это смак, девчонки. Да, класс. Вот это то, что мы любим. Куски такие, да, классные. Для большой системы. Эх, мне бы места побольше. Да вот такие вот красивые вазы. И поставить все. И посадить. У меня аж вот это... есть орхидеи, которые уже взрослые. Надо пересаживать. Ну так ставить некуда получается. У многих такая проблема, что орхидеи повырастали, просятся уже в больший объем. А где им место выделить? Куда их поставить? У меня еще лоджия это... не отапливаются и промерзает. И я бы, конечно, могла бы здесь сделать какой-то вот
такой парапетик, ну что-то такое, как полочку, и здесь поставить, подсветочку организовать. Ну, холодно здесь, девчонки, здесь все мерзнут, все мерзнут. В общем, Надюша, большое спасибо. Сейчас бегу Надюше писать огромное спасибо за кашпо отдельное. Не кашпо, а вот, ну, это как бы подвес, да. Как на макро... Господи, девочки, вылетела с головы. Ну, мне очень нравится. Я всегда смотрю, у кого вот такие вот... Не как у меня... Меня Марчелла научила, вот нас всех научила. Вы смотрели мастер-класс у Марчеллы по плетению вот таких самых элементарных? Там 4 веревочки и там 3 ряда узелков. Вот я освоила только тот вариант. А вот этот вариант мне всегда, я смотрю, нравится очень. Классно. Классно, классно. Ну и красиво. Вообще нарядно очень. По уму. Умело сделано. Супер. Спасибо. Но грибы, девочки, все, я буду тушить картошечку. Я прям уже хочу картошечки с грибочками. Ой, они же свежесобранные, классные. Вот это то, что я люблю. Вымочу их, потом проварю, протушу. Надо, конечно, мне... Девчонки, напишите в комментариях. Слушайте, я аж слюной давлюсь. Да даже Надя мне, я Наде спрошу, вот как лучше сделать. Ну вот надо замачивать на пару часов, это то, что я помню, чтобы они постояли в водичке. Потом слить воду пару раз. А потом уже отваривать, а потом тушить. Так кажется. Я люблю очень грибной суп. Очень люблю. Эх, Надя прям угадала. Прям угадала. Класс. Класс, класс. Все, друзья мои. Всем мира и добра. Всем спокойствия в душе. Всего самого наилучшего. Будьте счастливы. Будьте любимы. Чтобы над нами было мирное небо. Светило ярко солнце, чтобы мы не огорчались, чтобы наши растения радовали, чтобы мы друг друга радовали. Хочется пожелать всего самого-самого наилучшего. Спасибо, что у нас есть такие замечательные, щедрые в Украине люди. Так приятно, девчонки. Приятно с вами общаться в комментариях, приятно получать от вас обратную связь. В виде комментариев, в виде лайков, дизлайков, нету разницы, в виде реакций. Нет разницы, какая реакция. Главное, что она от вас исходит. Все, друзья мои, обнимаю, иду писать Надюше огромное-огромное спасибо. Надеюсь, вы вместе со мной разделили восторг от Надиной посылки, от этого замечательного подарка. Надюш, спасибо. Давно я не ела грибы. Все, сейчас пойду, сейчас же пойду что-нибудь приготовлю себе на ужин. Мои тоже носом хоть и вертят, но все равно попробуют. Девочки мои хихикают, а я уже все, я уже замочила грибочки Надюшины, собранные с любовью в Карпатах. И я хочу, сейчас я их отварю. И я хочу картошки жареной с грибами. Все, хочу. Я уже прям не могу. Прям не могу, хочу сильно. Сейчас вот полчасика постоит тут с солью раствор. Постоит, потом отварю. И потом буду картошечку с лучком, да с грибочками жарить. Я порежу. Ой, Надюша, спасибо.